10-й раз на главной столичной площади состоялось большое кочевье северян, посвященное Дню коренных народов мира, который проходит 9 августа. В этом году его тема – роль женщин коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний. День для праздника выдался замечательный, не жаркий, как раз под стать северянам, поэтому площадь, которая представляла собой настоящее стойбище Уликит, была полна народу. Национально-обрядовый праздник Кочевья 2022 начался с парадного шествия народов республики «Мы вместе, Россия». Тут уж было на что посмотреть и чему поразиться. Яркие национальные костюмы, щедро украшенные орнаментом, расшитые разноцветным бисером, радовали глаз и душу. Северянки постарались на славу, и их наряды были выше всяких похвал. Такое красочное зрелище плавно перетекает в традиционные обряды, которые всегда проводятся во всех мероприятиях северян, и в которых все собравшиеся принимают активное участие, чтобы очиститься от невзгод. После свершения всех обрядовых церемоний начинается торжественная часть праздника с поздравлениями, награждениями, концертными выступлениями. Сегодняшний день мы отмечаем в республике 10-й раз. Этот день, он не случайен, утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году в знак уважения и почтения коренным народам мира, страны. И мы, правительство республики, сегодня работает через реализацию государственных программ, в том числе и для тех народов, коренных народов, которые проживают на территории нашей республики. Я с уважением отношусь вот к тем людям, которые чтят, любят, живут по законам своих предков на своих коренных землях, приумножая, продолжая традицию, память, сохраняя язык и быт, и культуру народа. Желаю вам всем здоровья, счастья, мира и добра. Всех с праздником! Этот праздник является праздником для всех народов, населяющих нашу республику. Мы славим сегодня коренные народы нашей республики, чей созидательный труд вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие не только нашей республики, но и всей нашей великой страны России. История, культура, традиционные виды хозяйствования коренных народов мира, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, являются важными темами в глобальной повестке. Они обсуждаются сегодня на всех уровнях. И, конечно же, то, что делается у нас в стране, то, что делается у нас в республике для поддержки коренных народов, является примером для всего мира. И, конечно же, это наш долг и обязанность приложить все усилия, все свое усердие для того, чтобы языки, культура, традиции, традиционные виды хозяйственные наших коренных народов сохранялись и развивались. Ежегодно 9 августа, эта праздничная дата, объединяет представителей коренных народов со всех уголков нашей планеты. Знаменательно, что этот год является значимым для нас. Мы отмечаем историческую дату, столетие образования Якутской АССР. А также этот год посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России.
Решая задачу сохранения и популяризации культурно-исторического наследия коренных малочисленных народов Севера, сейчас самое время, чтобы представить красоту Арктики, Севера, красоту нашей республики. Традиции – это та часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее. Благодаря подобным мероприятиям мы знакомимся с историей и культурой этносов, открываем для себя что-то новое, а значит, лучше понимаем себя и взаимодействуем в современном мире. Я горжусь тем, что принял участие на сессии Всемирного совета коренных народов в городе Женева, в Швейцарии. Это было в сентябре 1991 года, и на сессии Всемирного совета было принято решение учредить День коренных народов мира и ежегодно отмечать этот праздник 9 августа. Так что этот праздник крепко и прочно прижился в нашей родной республике Саха-Якутия, с чем я вас поздравляю от всей души, потому что я знаю, что республика Саха-Якутия является тем регионом Российской Федерации, где очень широко и достойно проводится государственная национальная политика в отношении не только коренных малочисленных народов Севера, но и всех народов нашей республики, нашей Российской Федерации. Наша республика – это по-настоящему и как пример республика, которая достойно, мудро проводит государственную национальную политику. Дорогие друзья, дорогие земляки, дорогие северяне, от всей души еще раз вас поздравляю с этим радостным праздником. Уважаемые жители города Якутска, гости, сородичи, земляки, сегодня Республика Саха-Якутия со всей планетой Земля празднует День коренных народов мира. Более 120 национальностей проживают в нашей республике в добрых отношениях. И мы сегодня гордимся теми законами, которые приняты в отношении коренных малочисленных народов, которых у нас проживает 5 народов. Эвены, эвенки, чукчи, юкагиры, долгане, русские старожилы. Наша республика сегодня гордится теми законами, которые решают задачу сохранения уклада жизни. На международном уровне, когда принималось решение, понятно, что у нас в России, в Республике Саха-Якутия, основной упор делается на поддержку развития, сохранения самобытного уклада жизни коренных малочисленных народов. Но при этом я хочу отметить, что в течение многих веков в Российской Федерации, в Республике Саха-Якутия в частности, мы бок о бок живем в мире и согласии, основанном на принципах взаимного уважения с представителями других коренных народов, русскими, с народом Саха. Поэтому я хочу поздравить не только моих сородичей, но и всех собравшихся, потому что вы все являетесь представителями коренных народов. От всей души поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким.
Поскольку тема Дня коренных народов мира посвящена роли женщины, то общественная женская организация «Северянка» провела третий республиканский конкурс «Фестиваль Северянка-2022». В конкурсе участвовали 7 представительниц этнических ассоциаций коренных малочисленных народов Севера из Аллайховского, Алданского, Анабарского, Нижнеколымского, Тампонского и Эвена-Бетантайского районов. Конкурс-фестиваль включал 5 этапов. Визитная карточка, кочевой образ жизни, национальная одежда, творческий конкурс и финальный выход, в котором участницы щеголяли в праздничных нарядах. В жюри конкурса входили представители науки, культуры и общественности. Все конкурсантки блестяще справились со своими заданиями. Но лучшей северянкой стала Валерия Попова, долганочка из села Урюмхая Анабарского района. Бу конкурска сугачубай кытта келен турабын. Отан эн эреллахпин, поддержкам дөшүгай. Отан эн местеле херим була. Мин ием бәйті жор истеннен болады. Отан бәйтін кені етіттен білі үйерем бітті, истені үйерем бітті. Мен кені білейін меха бетті ағадан тұрдын, білейдін, көрейдін. Оны білейін, мен истенемін, мен оғыр дақпыттен истенемін. Бұл ғыруанны тирейіні барадын дегемін. Бұл бейін далғанлар омықтар бұл. Оғырдарын тұтта бұтты, үстін арас хеттіңне оқ далған омық оғыра. Ол хеттіңне тұтта бұтты оғыру деген. Мен бәйім ханға күтті бұн, ұты ұрып мәне боларға ғажет бұйырдан келі әжетші бұн. Ата ханғарды күтті бұн ұтты бұ, мандық националды конкурстарға. Әтін ұқа. Құрымықтар, брандиктарға ұттан тоқ тек бұн, ұты жөй бағай бейд. Ки күттеған сене бит. Жону көрағын атын жондыр күті. Опыта тастаған бұл атын омықтар. Әмі қайтаға істенділерін, тоқым абычай дақтарын көрін, үйретерін әмі өттін кәндеке оғылық көр берір көріме. Үші бұлайды, білі берір бұлайды. Қалғанлар болағана үс омықтан, әтнастан таққы бұтын нұруттар дейлер. Нұтчалардан, хақалардан онына әбен келерттен. Олейін бігі культуралықтар бұл. Нұтчалы қолары бұлат бар, бұлыр бұлғыттан кәдбет. Оны қолы бұра, әте жонлар өбілі ғонлары бар бі. Оны әте нұтчалар бұлі тоқтарығар. Ұрубашқаларғар майғыныр күрдік тоқтар бағылар. Әбен келерттен болағана, оғырдар бұтқынан барады. Таба бұт аттара, таба тәрелерін аттара барды, әбен келі бігене ме. Бігі оның қаңара бұты ме, табалар тұттар. Оны қақалы, қаңара тұра бұтшы, ол оны. Үс әтіні бұққыс бұттуға. Олейін яркай дек қады. Ота далған тұлын біге білген ұскола өрді әтті бұт. Еккіз кластан білген үшемініктер тақары әттілілер. Ол оны білген тағыстағына бастан факультатив күрдік кейлері, оны тұн келін көстен ұйыға қайдақ өрі. Онына ақсыз класс қадылы әме факультативінің далған культуратын өрі оғылырға. Бәм далған тұлыншылы боламын, онына фольклору өретер боламын, ұрғаларым өретебін. Доға пабел, минней-минней, лыпы-лыпы, хатчылар бәтір аларын, аннян берені хәктәтім, ғалан әбен қаңыларғар, дәті әқпе, доға пабел, доға пабел, доға пабел. Один из самых почетных гостей праздника – первый заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков. Нашей республике уделяется очень большое внимание вот проблемам коренных малочисленных народов Севера. Это объясняется тем, что у нас нет отделение, вот этот коренной, вот этот некоренной, там якут, эвен, кевен, чукча. Мы все вместе считаем нашу республику нашей родиной. И друг к другу как-то не относимся, как к представителям других народов. Это первое. Но несмотря на это, если даже мы сами тоже в сравнении с другими субъектами Российской Федерации видим, что северу мы уделяем очень
большое внимание руководству республики, мы в том числе парламенту знаем, что делается не все. Делается не все. Мы очень встревожены этой ситуацией, когда не только коренные народы, но и якуты, в том числе народ саха, с трудом выдерживает натиск явлений глобализации. С большим трудом. И здесь нам надо продумывать новые и новые подходы. Во-первых, для адаптирования новой ситуации, чтобы не отстать от жизни, а во-вторых, чтобы сохранить свою самобытность и национальную идентичность. Это очень большая, непереходящая проблема. Давайте пожелаем друг другу в этом успехов. Кочевье 2022 собрало участников из разных уголков нашей республики. Мы хотели показать, что юкагиры в Русском Устье Лайховского района есть, и поэтому мы решили поучаствовать в таком конкурсе, как «Северянка 2022», в которой, ну, сейчас вы на сцене увидите нас, чтобы продолжать культуру своего отца. Мой отец Варякин Иван Прокопьевич, он всю жизнь прожил в Русском Устье и проработал там, рыбачил, оленевод, охота, да. И чтобы продолжать его наследие, наша кровь, вот это, чтобы это не потерялось в следующие века, мы хотим здесь утвердиться, подтвердиться, или как правильно сказать, чтобы нас узнали, что Варякина Алена из Русского Устья юкагирка, и что все мифы о том, что в Русском Устье нет юкагиров, исчезли. Раньше юкагиры вообще очень просто, да, одевались, несмотря на это. Они потом уже стали перенимать одежду, немножечко брать рисунки у ивенов. А вообще они самый простой народ, это юкагиры. У нас нет там каких-то определенных, вот, все круг, квадрат, вот, да, яркость, защита, красный цвет защиты, да, и вот, естественно, шкура оленя, зимний наряд из хвостиков там вот тоже, да, дополнение. Также детский костюм там висит на выставке, шапочки, вот. Мы сейчас пока что в таких костюмах, это межсезонье такое, вот, когда ветра сильные, он не продувает, и вот это уже стерилизация, он, как сказать, показываем красоту, как мы можем выходить, разнообразить свои костюмы. Это мой первый такой опыт участия здесь, на таком конкурсе именно коренных народов, да, и я этому очень рада и благодарна тем, кто, что я познакомилась с такими замечательными людьми, и в дальнейшем я буду продолжать вот это наследие свое и помогать нашей ассоциации юкагиров, потому что молодое поколение должно быть, и чтобы дети не забывали традиции, я хочу выразить благодарность всем юкагирам, всем другим народам и всех поздравить с этим замечательным праздником. Кенлик бремя от правительства Российской Федерации Дунян Таханнах Судя Альбах Улелер Гитлаллар, бо именно Хотугу Артика Олохтохтору Гарден. Вон он Таханан от он Билиген Федеральное агентство народов Тахамагар, эти Агай Ахсаннах народ Тар Реестр Дарангохолдахаджар,
он от сюда бегаем, я бам татей так кетен лбут, он от ол реестр тумигунен сюда гадбах льготалар, эдбах социальные вопросы бахарлар туралы. От беги улу сюрин жарып путен тахайс бата бола, табай титине жарып танабат, он от аганан сул гадавар, он от он биллен турар биркен тутту путен, эбем бутан тайга именно хакабарудата нах олоксуян калан билиген бу беге итен бүтүн республика үчүн таргатан олорб. Мен аны акбар бумандык браанип агай аксан нах төрүт омуктар. Именно бу беге хака херигер олорб. Төрүт омуктарга киллер олоктарын, жахактарын, көддүрөр, билгиндерин болгомтону берет ден мен билетиби. Самая большая делегация прибыла из села Хатыстыр Алданского района. Наша команда приехала в количестве 40 человек. Это наши мастерицы. Они, у них выставка «Стоку Маланов», посвященная 100-летию Якутии. И мы выставляем вот их работы. Привезли еще наш ансамбль, народный ансамбль «Някен». Это 30 детей. Они будут представлять нашу культуру, наши традиции. Этот праздник дает именно объединение для коренных народов. Он мастерица кендибит, ага. Он бары эдер да мастерицалар баллар, кырдагыс да мастерицалар баллар, бири билген осынан бебит испит хүрпетин ден эдер оголор олок искатар да бит, ага. Олугун болор олок бары сплочонна барларын тута хатыйбын. Уруккаттан узати ратта каста хыл болор нуктуп тутун. Үлэли хатыйбын биле бебит. Бири хок болан калдак да тум шуге болла ди испит олугун. Онна тум бу bu süs kumalarını bu hayin bihige aldan oru yonugan hıyakka emeğe onur bu put. Aha. Ondan on tuka bütün zimanda Respublikaga ağıllı bıt. Süs iki kumalarını. Öse horak kumalarını bıt muzeyga turallıt. Onna manna barıta bu. Bu barıta bihi kumalarını bıt. İki de gülüçü barıta. Onna ki ünkülükler kovriktara barıta bihene. Эвенский этно-фольклорный ансамбль «Галкунча» от всей души поздравляет всех жителей нашей республики. Элекин бидин энгу, айяха гундес не кунме бея, уха гунми ай, уха гундес, сонин киранин окал, сумул кондон сумул кол, эфтилет пиетикте. Е-вер-е-вен. Праздником! Очень отрадно, что увеличивается количество людей в национальных костюмах именно. И в этом году мне понравилось, что привлекли к празднованию все ассоциации народов, которые проживают в республике. Это очень здорово, и я считаю, что это сплачивает наши народы. Данные праздники нужны. Вот мы видим, как развивается, с каждым годом увеличивается самосознание наших коренных малочисленных народов. Радует, что очень много молодежи в наших рядах, вот, что в национальных костюмах, национальные костюмы шьют. И начинают изучать языки, возрождать. Это очень отрадно.
Я думаю, такой праздник нужен именно для этого. Я думаю, цель праздника достигается. Под нашей полярной звездой, лучами холодного солнца играя, и северного сияния мечтой, живем, культуру, язык сохраняя. За нами костры наших предков горят, и слышен гул тысячных стад, и пение души, и бубны шумят. Мы те люди, что проводят свой древний обряд. Страна ты кочевий, мой север родной, все народы ты пленишь своей красотой. Пускай не угаснет твой юный задор, и ты, мой язык, возвращайся домой. День коренных народов мира «Кочевье-2022» завершился телемостом женщин арктических территорий России, роль женщин коренных народов в сохранении и передаче традиционных знаний, в котором участвовали 4 региона Российской Федерации. Таким образом, северяне успешно провели свое большое кочевье и расстались до следующей встречи.